В России, согласно постановлению правительства от 18 ноября текущего года, федеральный перечень реабилитационных мероприятий, предоставляемых людям с инвалидностью, дополнен новыми видами средств реабилитации – брайлевским дисплеем и программным обеспечением экранного доступа. Также документом предусмотрено внедрение механизма ежегодной актуализации и классификации новых технических средств реабилитации. В рамках порядка, полномочия по определению которого предусматривается закрепить за Минтрудом России, предполагается предусмотреть получение предложений от заинтересованных министерств, ведомств, организаций о включении в классификацию новых технических средств реабилитации в рамках федерального перечня. При этом планируется предусмотреть создание комиссии из представителей Минтруда, Минпромторга и Минфина России, а также экспертов в области технических средств реабилитации и общественных организаций инвалидов. По результатам принятия указанной комиссии решение будет осуществляться внесение соответствующих изменений в классификацию в части исключения каких-либо технических средств реабилитации либо включения новых модификации в конкретную группу, установленных федеральным перечнем, а также в раздел классификации, предусматривающий возможность самостоятельного приобретения инвалидами изделий и последующего получения за них компенсаций.